Dear audience, I'm glad to speak to you today on my speech about beginning teachers' perception of challenge by professional requirements and implications for teacher induction in Switzerland. And I thank you, Rosa, for this nice introduction and for the invitation to come to this lovely town of Kazan and to address all of you. Очень благодарна вам за возможность выступить здесь и за приглашение выступить на этом форуме в Казани. Я начну с некоторых факторов о Швейцарии и ее образовательной системе. Расскажу о педобразовании, начинающих учителях, как моделируется их карьера у нас после их окончания учебы. Я буду говорить о начинающих учителях. И, конечно же, в заключение расскажу о нашей программе ведения для молодых учителей. И презентация будет посвящена вопросам, как вы можете подготовить и какие молодых учителей, чтобы они развивали свои навыки и эффективнее всего адаптировались к их профессиональному пути. Швейцария — это маленькая страна, население которой всего 8 миллионов человек, в центре Европы, и Цюрих — это крупнейший город. Швейцария состоит из 26 кантонов, каждый, который имеет определенный суверенитет, в том числе в плане системы образования. У нас 4 языка: немецкий, французский, итальянский и ветрономанский. Английский — это, в общем-то, третий официальный язык, который мы должны изучить. Я постараюсь, в общем-то, выступить оптимально хорошо. Образовательная система, они начинают с детского сада, когда им 4 года. 6 лет начальной школы они учатся в течение 3 лет в средней школе, обязательное образование. Она заканчивается с 9 классом. Большинство учащихся ищут возможность получения профессиональной подготовки в бизнесе с 2 дней профессиональной подготовки. Некоторые отправляются в школу профессиональной подготовки, и 20% проходят оценку для того, чтобы уйти в среднюю школу и готовят бакалавриатскую степень. И 7% этого числа поступают в университет, в том числе в педагогическое образование, 75% отправляются в университеты, классические университеты. У нас очень низкое число частных школ, только 95%, небольшое число бакалавриата и небольшая часть профессиональной подготовки в нашей системе. Университет Цюриха. У нас 4 направления. Это начальная подготовка на всех уровнях. В короткой программе. Третье – это часть нашего университета, системы введения в деятельность и курсы подготовки и исследований. Это обязательная часть. И, конечно же, бизнес-подготовка – это четвертое направление, которое мы должны реализовывать. Основной элемент в нашей системе подготовки, в системе предобразования, это знание педагогической науки и стажировки. Мы сочетаем теорию и практику через глубокое понимание студентов и профессиональные знания о школах, из школ, и размышляя, анализируя ситуацию, которая происходит в школе. Система педобразования в Швейцарии состоит из этапов курсов, которые организованы в университете для того, чтобы создать знания, которых, когда студенты работают в школах вместе с опытными преподавателями и получая опыт, который они потом могут проанализировать в стенах университетов в ходе своего обучения. После выпуска начинающие учителя приходят в школы как профессионалы. И начинающие учителя, их поддерживают специальной программой, фасилитирующей их введение в работу. И карьера начинается, опыт, который они получают на этом этапе, влияет на их дальнейшее профессиональное развитие, на ту модель, которую они выбирают в ходе своей работы. Начинающие учителя начинают свою работу как очень опытные учителя, они должны отвечать тем же требованиям, что и опытные учителя.
И сложность этих требований повышается мгновенно, и они должны найти идентичность. Практически сразу в первые дни своей работы они начинают новый биографический этап, принимая на себя основные ответственности после того, как сами зарабатывают деньги, свою зарплату. И начинающие учителя должны решить развиваться, развивающие задания, и перед ним стоит задача с учетом тех индивидуальных характеристик и поискивать ресурсы для того, чтобы оттачивать свои профессиональные навыки. Некоторые утверждения, которые демонстрируют каждый из этих этапов. Я очень рада, что сейчас могу сама решить, как именно преподавать и как работать с детьми. Но сейчас я должна сама узнать, как все это сделать наилучшим образом. И вторая ремарка. Я не могла представить, что так много нужно будет изучить и познать, чтобы справиться с своей работой. Преподавание и навыки преподавания недостаточно. Я должна следовать процессу обучения каждого отдельного студента, ученика. Я должна создать и гарантировать атмосферу, способствующую обучению одномоментно. И это очень непросто. Курсы в рамках университетского обучения они позволяют выстраивать знания и накапливать их. Педпрактика способствует развитию компетенций и накоплению опыта и позволяет анализировать и таким образом обеспечивать профессиональный рост. Профессиональное развитие учителей может быть описано, разделено на несколько этапов. Студенты встречаются с новыми требованиями, когда они начинают свое педобразование. Они должны изменить свою роль от... Уже они больше не являются просто студентами, они являются учителями. Они должны развивать свои компетенции, знания о педнауках. И в этой модели они называются novice. Новые в профессиональной сфере школьной среды. Они знают, как работать, что представляет педработа. И, соответственно, на основе этих знаний, которые они получают в университете, когда начинается вторая этапа, которая, сочетая теорию и практику, позволяет им использовать их профессиональные знания, адаптируя их с учетом тех текущих требований, с которыми они сталкиваются в рамках своей профессиональной деятельности. Когда они начинают работать как профессионалы, и сложность этих требований увеличивает, резко растет очень высокие требования к ним. И следовать правилам недостаточно. Они должны найти новые решения, которые основаны на требованиях каждой конкретной ситуации. Эффективный преподаватель должен решать каждую ситуацию в целом наборе факторов. Это, конечно же, укладывается в общую рутину, но, опять-таки, эта рутинная деятельность должна быть адаптирована с учетом тех требований, которые есть у каждого ученика. Эксперты показывают, что эффективная работа обеспечивается, позволяет им принимать эти решения интуитивно, в зависимости от тех знаний, которые они накопили. С учетом теории профессионализма. Профессионализм – это не пример роста знаний, это вопрос реструктуризации конкретных знаний и увязывания их с тем опытом, который получают учащиеся в своей работе. Новые синергии будут появляться, и которые позволят привести от интуитивной деятельности от какой-то теоретических знаний, и таким образом будет создаваться эксперт. Они должны иметь дело с одной и той же ситуацией, что начинающие, так и опытные преподаватели. Профессиональные требования воспринимаются по-разному каждым отдельным человеком. Это мотивы, которые мотивируют и формируют динамические компоненты, которые необходимы в получении новых знаний и самосовершенствовании. И поэтому сложные задачи – это всегда важный фактор для нас, который мы всегда должны развивать. Восприятие требований является самым существенным. Согласно теории Лазаруса о соответствии требованиям, они являются необходимыми для развития на первом этапе оценивания, на втором этапе оценивания способностей и собственных ресурсов. Согласно этим оценкам, воспринимаем
требования приводят к балансу и выработке тех ресурсов, которые являются существенными для поддержания рабочего состояния. Моя модель профессионализации, восприятие отдельных лиц требованиям – это умение, способность справляться с ними. Они приводят к процессу копинга или справления с проблемой. И такие ресурсы, как знания, убеждения, мотивы, побуждения, эмоции – это те рамки, которые формируют процессы копинга. И даже если требования не соответствуют заданиям каждого отдельного человека, можно избежать трудностей в их осуществлении. Но если требования релевантны, они будут следовать процессу копинга. И сегодня требования приводят к новому опыту, к инсайту и изменению внутренних ресурсов человека. И требования, которые выполняются как рутина, не способствуют развитию профессиональных навыков. И следуя принципу непрерывного обучения, все задачи должны решаться для того, чтобы приобретать будущий опыт учителя. И требования воспринимаются как те, с которыми можно справиться для самосовершенствование, но необходимо выработать определенный баланс. И чтобы узнать больше о требованиях и восприятии требований молодыми учителями, нужно проследить последствия их работы. Начинающие учителя сталкиваются с новыми требованиями и сложностями, которые они должны совершенствовать в своей работе учителя. Задачи по развитию должны решаться на основании характеристик и ресурсов, которыми обладают начинающие учителя. И на этой основе мы хотим выяснить, какие профессиональные требования являются сложными, насколько компетентными ощущают себя начинающие учителя, насколько релевантны они по отношению к ним и как они варьируются от каждого человека в зависимости с их требованиями. С точки зрения начинающих учителей, мы проанализировали в контентном анализе 40 кейсов. И начинающие учителя, неопытные учителя, чувствуют себя не всегда уверенными, мы идентифицировали восприятие молодых учителей, их требований. Они пытаются соответствовать навыкам и требованиям профессиональных учителей. И здесь наблюдается некоторый разрыв между соблюдениями требований, и у них разное понимание того, что представляется под требованиями, которым они должны соответствовать. Здесь показано 12 факторов и еще 40 дополнительных. Начинающие учителя сталкиваются с проблемами саморазвития, поиска правил, а у них есть собственные требования, они должны адаптироваться к классу, адаптироваться к системе школы, к менеджменту школы. И проведение занятий соответствует всем четырем задачам по развитию. Наше исследование показывает, как начинающие учителя сталкиваются и справляются с требованиями, насколько эти требования соответствуют их ожиданиям, и как они вырабатывают определенный шаблон и справляются со сложными задачами на эмоциональном уровне. В
доклад показывает восприятие начинающих учителей, их требования к ним. И вместе с моими коллегами мы использовали количественный и качественный подход к изучению этой проблемы, чтобы выяснить данный вопрос. Мы спрашивали, какие подходы используют молодые учителя. Мы опросили учителей из начальной и средней школы, которые занимаются во втором, в третьем классе. И уровень профессиональных требований показан вместе со стратегией копинга в работе Эндлера и Паркера, Шефера и Фишера. И эмоции, основанные на внутренних ресурсах, были опубликованы в работе Келлера и Шнейдера. Мы анализируем 4 задачи по развитию, которые соответствуют данным этого исследования. И мы проанализировали 6 профилей и определили их. Результаты анализа показывают 99% вариантов, и мы выявили различия и значимости результаты этого восприятия. The 48 professional requirements grouped in 12 scales. Требования разделены на 12 подгрупп и уровней по релевантности требований и компетенций, с которыми им нужно справляться на начальной стадии преподавания. И здесь мы видим 4 уровня, 4 шкалы по надежности, ответственности. И это показывает индивидуальный подход к каждому. И здесь мы видим несколько других инструментов по копингу, по эмоциям и так далее. И подходя к итогам, итоги показывают, что начинающие учителя понимают свои задачи, понимают, насколько важны их задачи, понимают, насколько необходим опыт для того, чтобы приходить к какому-то балансу в обучении, насколько эффективна школа в том, чтобы справляться со сложными задачами. И профессиональные требования находятся в зоне стресса. И компетенция и отсутствие компетенции снижает их эмоциональное состояние. Point of beginning teachers. Requirements of требования к менеджменту и приспособлению и уверенности воспринимается как сложная задача, и сотрудничество воспринимается как поддержка, и начинающие учителя обычно бывают компетентными и готовы к сложным задачам. Мы проанализировали 6 типов профилей, и результаты показывают хорошие оценки. Типы приблизительно такие же по процентам соотношения. И with specific effects on the class. Влияет на управление классом, выделено оранжевым. Сотрудничество в рамках системы выделено, соответственно, зеленым. Крупнейшая группа показана минимальные вызовы в основных 4 сферах, категориях. Тип 6 – это самая сложная, которая демонстрирует самые высокие показатели всех 4 направлений. Остальные определены различными профилями. Тип 1 и тип 2 и 6 показывают крупнейший контраст и расхождение, когда приходится соответствовать каким-то профессиональным требованиям. Тип 3 и 4 достаточно одинаковые.
в зависимости от всех характеристик, с точки зрения управления процессом обучения, то, что соответствует, соответственно, четвертому типу. Некоторые результаты по статистике, различные типы в зависимости от тех вызовов, с которыми сталкивается молодой преподаватель. Также, что касается компетенций и имеет дело с релевантностью профессиональных требований, но с минимальным, более низким эффектом. Мы смотрим, опять-таки, изучаем компетенции. Картина показывает следующий образ. Тип 1 отличается значительно от других. Менее сложные вызовы, связанные с тем, как они имеют дело с профессиональными требованиями и с другими типами, они особенно отличаются с точки зрения, как они сталкиваются с компетенцией, от соответствия этой компетенции. То есть компетенция формируется различными вызовами, но достаточно с несистематичным и умеренным образом. Типы отлично, значительно отличаются по своей релевантности, по профессиональным требованиям, но также с средним усредненным эффектом. Тип 6 характеризуется высокими вызовами и низкой компетентностью, которая оценивается по требованиям, что более релевантно, чем другие типы. Более низкие вызовы показываются на средние значения релевантности, воспринимаем релевантность, формируют различные восприятия этих требований, и эта релевантность имеет положительный эффект на опыте, на том опыте, который они получают по восприятию этих вызовов, но она не показывает никакого-то расхождения по этой релевантности. 4 проспекта профессиональных требований достаточно независимы друг от друга. Следующее мы рассмотрим эффект различных отдельных источников ресурсов и то, как они выбирают стратегии по справлению, тому, как справиться с теми или иными задачами. Различные стратегии, эмоционально ориентированные стратегии, типы значительно варьируются, и это имеет очень серьезный эффект. Эмоционально ориентированная стратегия увеличивается таким же образом по тому, как увеличается. Типа 1 показывает низкие показатели, тип 6 – самые высокие показатели. Что касается саморегулирования и эмоционального компонента, типы различаются по всем 4 различным источникам. Есть определенные схождения между эмоциональным компонентом и саморегуляцией. Это связано с удовлетворением и снижается в обратном порядке с увеличением сложности этих типов. Участие и диссоциирование увеличивается аналогично с теми вызовами, которые сталкивается молодой преподаватель. Вызовы положительно связаны с стратегией эмоционального позиционирования по мере того, как участвует учитель больше и больше в процессе обучения, и с удовлетворением учителя, и высокое восприятие этих вызовов связано с высоким риском потери энергии и интереса. Стратегия справления с эмоциональным компонентом. С точки зрения снижает риск потери энергии и эмоциональное истощение, но восприятие этих вызовов очень важно для дальнейшей профессионализации и роста молодого преподавателя. Мы подходим к выводу этих результатов этого исследования. Модель 4 развивающих заданий для начинающих учителей может быть основана признан следующим выводом: в 2 стран. По другим странам пока нет информации, и восприятие тех вызовов, которые с нами сталкиваются по профессиональным требованиям, оно варьируется в зависимости от типов тех вызовов, которые актуализируют для каждого отдельного учителя. Начинающие учителя чувствуют себя достаточно уверенно, несмотря на те вызовы, с которыми они должны сталкиваться, релевантность тех опытов, которые они имеют, и стратегии эмоциональный эффект и саморегуляция, и опыт переживания этих вызовов укрепляет их уверенность в своей деятельности и имеет положительную динамику. В заключение мы хотим сказать, что начинающие учителя готовы начать свою карьеру как и опытные преподаватели, но у них больше вызовов с точки зрения конкретных требований, которые к ним предъявляются, когда они начинают свою работу. В контексте
тех требований, которые возникают, растет сложность. Совершенно так, как я объяснил ранее, результаты показывают, что начинающие учителя сталкиваются с требованиями профессиональных критериев и по-разному реагируют на них. И результаты показывают также, что они рассматривают эти требования как релевантными и чувствуют себя достаточно компетентными. Профессионализация также должна продолжаться, но профессиональное развитие у начинающих учителей – это не только индивидуальная задача. Для того, чтобы продвигать их развитие, нам нужна специальная программа введения в эту деятельность. Я показал вам, которую я вам только что показал. В Швейцарии такая программа была разработана с 1975 года, прошлого века. Программа изменилась, сменила акцента на спорт и ассимиляции их на их начальном этапе работы, на конкретные дальнейшие профессиональные развития. В то же время она подтверждает то, что профессиональной поддержки недостаточно у начинающих учителей. Исследования показывают, что развитие и развитие идентичности учителя и решение их задач по развитию на этапе карьеры варьируется. И на основе этого я хочу показать вам краткую схему по нашей программе помощи молодым учителям. Такая вводная программа. У нас различные части в сотрудничестве с школами и университетами. Есть специальные обучающие сессии, специальные курсы и дальнейшие образовательные программы, с помощью которых начинающие учителя возвращаются в университет на 3 недели. Их на последнем году обучения их заменяют учителя, и в рамках этого периода они, соответственно, сами ведут занятия. У нас есть специальная система менторства, которая организована коллегами в школах, где мы обучаем менторов, но с учетом тех принципов, которые реализуются и наведутся определяющими в школах. Для школах. То есть это актуально не только для начинающих учителей, но и для всех учителей. Эта модель показывает, что у нас есть различные аналитические системы, различные подходы, возможности, и они рассматриваются, и могут использоваться независимо. И они сами решают, что они хотят использовать, по какому пути они хотят пойти, и если они вообще хотят использовать эту систему. Большое спасибо.